Абрегов Артем Муаедович, 1998 года рождения, попал в серьезную аварию, в результате которого получил сочетанную травму. Также он получил ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ссадины головы и лица, закрытый перелом свода и основания черепа, перелом лобных костей с обеих сторон со смещением фрагментов. Закрытый перелом обеих верхних челюстных пазух со смещением фрагментов, с переходом на верхнюю челюсть. Закрытый перелом костей носа со смещением фрагментов, субконъюнктивитальное кровоизлияние. Переломы первого и седьмого ребра справа и первого и пятого ребра слева со смещением фрагментов. Ушиб легких, закрытый перелом левой бедренной кости со смещением фрагментов. С 29 ноября находится в реанимации в Республиканской клинической больнице. Врачи сделали все возможное, вывели его из комы. Теперь ему нужна реабилитация. Мышцы у него начали атрофироваться, так как он в тяжелом состоянии, он может питаться только через зонд. А также он не может разговаривать. У него двое детей, старший 2 года, а младший годик. И он ждет еще и третьего ребенка. Дальнейшее лечение будет проходить в специализированных клиниках, которые помогают тяжелобольным людям. На их проблемы отозвался подмосковный центр «Три сестры». Но зачастую такие клиники бывают платными и очень дорогими при лечении. Необходимая сумма для лечения – 2 миллиона рублей. Для семьи эта сумма неподъемна, и поэтому мы должны помочь им. Не оставайтесь равнодушными, братья и сестры. Каждая помощь может вам вернуться. И как говорится в простонародье, жизнь – это бумеранг. И сделанное добро вернется, и сделанное зло вернется. Мы желаем для этой семьи и для Артема скорейших выздоровлений. Также мы желаем, чтобы в вашей семье никогда не было подобного горя. Пусть Всевышний убережет нас от этого. Аминь.